Приветствую вас, уважаемые друзья и гости канала Александр Сева Хобби. Сейчас у нас на дворе зима, а нам очень захотелось сделать шашлык. Как его сделать в домашних условиях? А в домашних условиях его сделать очень просто. Главное, чтобы у вас был дома казан. Если есть казан, то можно сделать шашлык в казане. Для этого нам понадобится 2,5 килограмма мяса. В нашем случае мы используем свинину. Килограмм лука. Смесь перцев. Столовая ложка паприки. 1,5 столовой ложки соли. И столовая ложка базилика. Нарезаем лук и мясо. И делаем маринад. Нарежем мясо крупными кусочками. Буду использовать новый свой нож. Обзор на набор ножей у меня будет скоро на канале. Ножи понравились, довольно неплохо режут. Кому интересно, обзорчик смотрите на канале. Куски мяса режем довольно крупно. Мясо у меня еще замороженное. И вот, как видите, данный нож очень хорошо справляется с задачей и режет мороженое мясо. Кусочки где-то примерно вот таких вот размеров я делаю. Вот. Без проблем его разрезает. Мясо еще заморожено. Лук тоже нарезаю довольно крупно. Делю луковицу пополам. И полукольцами. Лук смешиваем с мясом. Лук немножко подавим, чтобы он лучше и быстрее пустил свой сок. И теперь добавим приправы. Приправы все сразу высыпаем. Перчик добавляем по вкусу. Кто любит поострее, перца побольше. И теперь хорошенько все перемешаем руками. Если у вас есть лишнее время, то лучше всего мясо промариновать не менее 5-6 часов. В моем случае оно будет мариноваться 8 часов. Чем больше промаринуется, тем оно будет нежней и вкусней. Убираю в прохладное место. Прошло чуть более 8 часов. Мясо хорошо промариновалось. Я его за 8 часов пару раз еще перемешал. Лук дал сок, мясо дало сок. Теперь выкладываем все в казан. В казан кину 2 ложки топленого сала, без всякого растительного масла, без ничего, чисто топленое сало. Масло у нас растаяло, сало такое. И теперь выкладываем мясо. Мясо выкладываем все. Чем хорошо делать шашлык в казане, потому что не надо ждать порциона, там порциями, если мало шампуру. В казан можно выкладывать все мясо и сразу весь лук. Вот этим вот мне нравится. Конечно, на костре свой плюс. Запах дымка. Но если казан будет стоять тоже, на улице
на печи. Тоже шашлычок хорошо напитывается дымом и в казане. Вот, все. Выложили в казан все мясо и весь лук. И теперь накрываем крышкой. Ждем, когда лук полностью выпустит свой сок. И немного это все протушим. А после того, как все протушится, будем выпаривать этот сок из казана. Прошло 10 минут. Открыли крышку. Вот видим, лук пустил сок. Вот хорошенько все перемешаем. И еще минут на 10 закроем крышкой наш шашлык. Прошло еще 10 минут. Лук и мясо дали еще больше сока. Теперь я больше крышку закрывать не буду, а будем чисто выпаривать этот сок и уже прожаривать мясо в казане. Наш сок практически полностью уже выкипел. Теперь начинаем процесс поджарки мяса. Теперь постоянно надо помешивать, чтобы оно не пригорело. Ну, сейчас попробуем. Мясо мягенькое, протыкается уже хорошо вилкой. Ну, теперь главное смотреть, чтобы оно не подгорело. И вот, друзья, момент истины. Прошло чуть более 40 минут. Вот так вот немножко я поджарил. Сильно не жарил, чтобы не было там корочки. Ничего не горело. А так вот, как бы видно, что мясо поджаривалось. Но будет самое то нежирное, мягенькое. Сейчас выкладываю в посуду и попробую. Постараюсь передать вам вкус моего шашлыка словами. Но я знаю, что это очень вкусно, так как делаю не первый раз. Ну а теперь пришло время попробовать наш шашлычок. Мяско мягенькое, вот, прокалывается без всяких проблем. Сейчас отрежу маленький кусочек и попробую вам передать на словах. Отлично все прожарилось. Очень получилось нежное мясо. Жуется без проблем. Вообще мягенькая, нежная свининка. В меру сочная. Очень хорошая, друзья, альтернатива зимнего шашлыка. Если вы не можете выехать на природу, это все можно приготовить дома на плите. Но, конечно, для этого нужен казан. В кастрюле так не получится. Но блюдо получается просто бомба. Очень вкусное. Некоторые даже считают, что так приготовленное мясо даже получается намного мягче и сочнее, чем шашлык на мангале. Рекомендую попробовать. А на этом, друзья, буду видео заканчивать. Всех благ вам, вашим близким. До новых встреч. Оставайтесь на канале.